Эта неделя выдалась на редкость жаркой и несвойственной для мая. Теперь погода меняется. В ближайшие 3 дня резкая смена синоптических процессов. Из-за прохождения атмосферных фронтов в стране местами ожидается дождь, гром и молния. Порывы ветра 15-23 метра в секунду. Возможен град. В ближайшие 3 дня на территории Акмолинской области ожидается неустойчивый характер погоды. Этому будет способствовать быстрая смена синоптических процессов. Циклон и его фронты, проходящие через Казахстан, принесут на территорию области ливневые дожди с грозами, местами усиления ветра до 15-23 метров в секунду, а также возможно выпадение града. Уже сегодня дневная температура воздуха по области понизится до 16-21 градусов тепла. Но уже 16 мая постепенно повысится температура воздуха днем до 22-27, местами 30 градусов тепла, и сохранится такой последующие 2-3 дня.